Добрый день всем моим подписчикам, а также зрителям моего канала. Хотим показать еще одну вещь, которую мы забыли показать. То есть давно уже не пользовались ей. Самодельный вулканизатор. Пробили колесо и вспомнили, что у нас такая вещь есть. Вот видите, колесо большое, МТЗ-овское. Разобрали, разбортировали. Все будет стоять сюда лапик. Лапик вырезали. Вот. Что касается вулканизатора. Ну, принцип такой, как у заводского все сделано. Видите, стоечка сделана. Здесь крепление. Как бы ничего сложного. Вот здесь сделано. Здесь винт. Сама плита. В плите стоит шамотного песка пластина. В ней сделаны пазы, куда вставлена спираль. Спираль от простого советского утюга. Ну, кто-то делает с утюгов в вулканизаторе, но мы сделали такую, чтобы уже было как немножко как заводская. Вот. Сюда можно ставить прожимную, видите, такую плиту можно ставить прожимную. Такую плиту можно ставить прожимную. Вот. Даже, видите, она сделана давно, и туда еще не было шлифмашинок. Я даже, видите, еще не отшлифовал даже ее. Кого заинтересует устройство, кого заинтересует, мы это все разберем. И покажем, как она начинает устроить. Но пока времени нет, мы покажем, как это что работает. Это проработает. Сейчас вот завулканизируем колесо. Значит, вот оно вставляется сюда. Вот на 220. И включается в розетку. Вот. Такое устройство у нас. Нагреваем до определенной температуры, потому что нельзя держаться за нее. И оставляем на 15 минут. И происходит вулканизация. То есть вот у нас есть лапик зачищенный и 40 сырые резины. Сейчас мы все это обезжирим, положим бензин, приложим и поставим на вулканизацию. И включаем его. Начинаем греть. Ну, это сейчас оно нагреется. Крышка станет теплой. И чувствуется такая. И мы это отключаем его. Потому что снизу уже температура будет очень высокая. Ну вот, мы поставили лапик сюда. Нагрели. Теперь почти немножко остыла. Она, ну что, тепленькая такая, ну, неважно. Сейчас отжимаем. Вот видите, что у нас получилось. Все лишнее, мы еще теплое. Пускай остывает. Вот видите, лапик у нас все уклеилось. Отлично. Пускай остывает. Потом это лишнее все пообрезаем.